Истребитель «Аэрокобра» случайно обнаружили на глубине более 100 метров 2 года назад. Геологоразведчики изучали дно для постановки плавучей платформы «Северное сияние». В прошлом году самолет обследовали специалисты Северного флота и выяснили, что это машина лейтенанта Васина, который 27 июня 1944 года из-за отказа двигателя совершил вынужденную посадку на воду при подлете к аэродрому Ваенга. Хотя море и время не пощадили самолет, его детали, винт, пулемет и пушку планируют использовать в качестве экспонатов для виртуального музея, создание которого на флоте сейчас активно обсуждают.